Привет всем, это канал 1С Заметки Программиста. В этом видео поговорим о предопределенных элементах. Предопределенные элементы – это те элементы, которые были добавлены через конфигуратор. На примере справочника «Номенклатура» добавим предопределенный элемент. У меня конфигурация уже снята с поддержки, поэтому я сразу ищу справочник «Номенклатура». Вкладка «Прочие», «Предопределенные». Видим, что здесь список пока что пуст. Добавляем новый элемент. Назовем его просто «Товар». Наименование сформируется автоматически после нажатия кнопки «ОК». Сохраняем конфигурацию. Запускаю отладку. Ищем справочник «Номенклатура» и видим, что здесь появился наш предопределенный элемент с характерной иконкой. К такому элементу можно обращаться программно, не используя методы «найти по коду» либо «найти по наименованию», а можно напрямую обращаться через точку. Давайте посмотрим. Создадим какую-нибудь обработку. Добавим процедуру. И видим, что здесь появился наш элемент товар. Предопределенным элементом можно так обращаться только в серверных функциях и процедурах. Теперь давайте попробуем удалить наш предопределенный элемент. Удаляем в конфигураторе, сохраняем конфигурацию. Запускаем отладку. Заходим в справочник «Номенклатура». И видим, что наш элемент здесь просто помечен на удаление. Для того, чтобы его полностью удалить, заходим в администрирование, поддержка и обслуживание, удаление помеченных объектов. Выбираем выборочное удаление объектов. В данной конфигурации только наш товар помечен на удаление. Нажимаем «Удалить». На данный элемент справочника ссылок не было, поэтому он без проблем удалился. Заходим опять в справочник «Номенклатура». Видим, что наш элемент исчез. На этом все. Всем спасибо. Удачи!